Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне, да. И, в принципе, ребята, сейчас у меня есть опять немного, я побывал так в шахте, да, нашел какие-то два вот эти, нашел, как я понял, 8 фосилов Лилипа в одном сундуке. Ну, и не смотрите, что 8 фосилов, не говорите, что я читер, я действительно нашел это в сундуке, но этого покемона нет в игре, как бы он не делается, поэтому, наверное, столько штуки сразу и нашел в сундуке, как бы в шахте, да, вот в этих шахтах, которые, ну, как бы, шахты нормальные, да. И, в принципе, я это действительно нашел, но, наверное, потому что и потому столько много, так как они просто-напросто нерабочие, можно и так сказать. Нашел я немного еще аметиста, 17 штук, так нормально, да? 6 алмазов нашел, еще тут понемногу чего. А, у меня же броньки нету, я что-то как-то и не заметил. А вот с этого можно сделать броньку? Вот, да, можно какую-то броньку сделать, но я не уверен, что она отличная, но, в принципе, фиг его знает. Попробуем. Так, и кстати, нашел изумрудовый блок. Действительно, там был такой изумрудовый блок, как бы не изумруды, я сделал блок сам, а действительно, был там изумрудный блок. Это вообще капут. Так, сейчас, ребята. Кстати, я уже тут сделал небольшой такой подвальчик, да, и вот тут уже есть сундучки с вот этим, с ресурсами, да. Так, сейчас мы все это, может, сюда поскладываем, что тут есть. Вот это я тоже нашел в том сундуке, не знаю, что это такое. Какие-то тексты, что-то такое. Так. Это все вот сюда. Еды немного есть у меня уже, в принципе. И... сейчас. Так, тут у нас есть... Так. И идем мы сейчас заспауним вот этих мобов, которые у нас есть, которые я нашел, в принципе, да. Сейчас мы все это позаспавниваем, ребятушки, и поубиваем. Ну, если кто-то там нормальный такой заспавнится, да. И, наверное, пойдем в другое измерение, если... Ну, посмотрим. Я заспавнил, но он или пропал, потом... Твою ж... Ладно. Так. Понял. Почему, да? Ух, охренеть. Боссы. Еще и... Ух ты, сколько вас тут всяких мелких. Алмазный меч выпал, нифига себе. Так. Тут еще один. Отлично. Вот это реально прикольно. Башка на башке, да? Так. Сейчас мы... Игра я без текстур пака, но сейчас я, наверное, все-таки его включу. Я думал, может, не будет глючить, но оно и так глючит. Оно глючит тогда, когда я заметил, что когда peaceful, да, то вроде не глючит. А когда я начинаю бить каких-то мобов, то уже глючит. Ну, как бы так тоже уже глючит, да, потому что мы убили мобов. А, ну, фиг его знает. Так, ладно. Так. Так, ребята, давайте еще одного убьем. Где наш меч? Офигеть, выпали два алмазных меча. Нифига себе.
Так, давайте еще одного убьем. Нет, сначала тут у нас Magikarp бегают, давайте их, может, немного. Отлично. Так. Ух. Ну вот и я не знаю. Нет. Ладно. Так. Давайте еще одного заспауним. Где-то у нас вот... Ух, офигеть, шапочка. Так, убили? Убили. Отлично. Так, сейчас давайте опять превратимся в нормального. Идем вылечим. Марштом. Па, да. Вылечим его. И, ребятки, сейчас. Тут у нас вот это. Сейчас мы это вот сюда все поскладываем. О, нифига себе, мы еще и топор выбили. Так. Это. Офигеть. Так. Это вот сюда. И, в принципе, ребята, сейчас. Давайте еще покурим. Ух, у нас же точно, у нас же броньки нету. Броньку уже нужно сделать еще. Вот так вот. Отлично. Фу, сейчас, ребята. Сейчас. Я, в принципе, не знаю. Так, вот эти будут драться, да. Эти будут драться. Во, так, вот я вспомнил, что я хотел. Я вспомнил. Сейчас, давайте вот это все. Так. Я вспомнил, что я хотел. Я хотел взять вот этот, как его там. Да как он называется-то? Лук. Капут. Действительно, хотел я его взять, так как он, в принципе, действительно нужен, пригодится, но я его всегда забываю взять, так что сейчас мы возьмем. Так, давайте вот это все пособираем, тоже еда лишняя, как бы, но не лишняя, как бы, пригодится, мне кажется, да. Так, отлично. Нормально так. Еды. Сейчас мы, ребята, пойдем. Пойдем возьмем лук, хотя у нас, да у нас же где-то был лук, я помню 100%, ну, фиг его знает, был, да, суть в том, что он был, но сейчас, походу, нету, и не знаю, где он, тут у нас куча ресурсов всяких, еще один ураниум нужен, и мы можем сделать вот тот меч, так, сейчас, ребята, а ну, попробуем. Немного хотя бы прокачаться. Отлично. Выиграли у тренера. Да, быстро все-таки вот это растет, как я заметил. Ну, в принципе, это и отлично. Так. Ну, как бы дозревает, да? И вот так, отлично. Ух, извиняюсь, ребята, за звуки. Там за окном проскочило что-то так, пролетело, да? Ну, не пролетело, проехало очень быстро с таким звуком, как бы. А ну, это вот какой? Четвертый уровень, нет. Четвертый уровень нам не нужен. Ау, так. Сейчас, ребята... Что я хотел сделать? Нет, давайте сейчас, наверное, тоже в измерение какое-то пойдем, но там реально глючит, поэтому, ребята, ладно, давайте пойдем в это. Сейчас я, наверное, перезайду, а то когда всегда захожу, всегда глючит. Это вроде, да, Дина как раз хотел сказать, что это вроде мир динозавров.
Только вот я не знаю, что тут может быть. Тут везде горы и везде только одни и те же динозавры, как я знаю. Фиг его знает, ребята. Сейчас я перезайду. Так, ребята, так. Ху, ну чё, поехали хотя бы, может, парочку убьем каких-то динозавров. Фиг его знает, что они вообще делают. Ну, как бы, что тут с них может выпасть или... что самое главное, меня интересует, есть ли тут вообще как бы какие-то динозавры-боссы. Да, все-таки только хотел сказать. Только хотел сказать. Иди ты в жопу, иди ты в жопу, иди ты в жопу, босяра. Вот бы лук пригодился. Нужно все-таки его сделать, действительно. Вот сейчас у нас одной вот этой не хватает. Паутинки. А он вообще регенится или как? Если регенится, то это фиг его знает, убьем или его. Ух. Чё там взрывается-то? У нас же есть яблочко. Ну давайте, давайте одно схаваем. Еще один босяра. Тирекс. Вот. Тот нас убил, и мы где-то очудились вообще не там, где мы только что были. Ух, это еще что такое? Вот тут только одни боссы, можно сказать. Ну, как бы не одни боссы, да, но все же. Убить их... Реально очень, мне кажется, реально очень так сложно, но нужно найти... О! А, это титаниум. А с кого выпадает вот второе? Ураниум. Капут, мне бы ураниум пригодился. Сейчас мы хрен к этому скелету... А нет, все-таки подбежали. Главное, чтобы те не нападали, а то они бесячие. Эндер, вот эти хрени, да. Flower Child, да. Тирекс это... Воу, что за звуки? Тирекс, или это Тирекс? Нет, это не он, это даже не босс. Так. Вот это босс. Вот это босс. Бабочка босс, да? И она нереально большая. Ух. Да ну нафиг лаги. Я не вижу, где она. Твою ж мать. Офигеть. Вот это босс. Громезный такой. Только его убить, да, не так уж и просто. В принципе, понятно, да? Так, ладно, ребята, он, по идее, где-то вот там был, да? Но, по идее, его уже как бы там и не должно быть, да? О, ну почему ты лагаешь? Охренеть, сколько вас тут заспавнилось. Фу, вот она, зверюга. Нет, это другой. Но, я как-то даже и не заметил, что нам ураниум выпал. А, ребята, мы сейчас можем вот тот офигенный сделать. Да кто меня бьет? Ребята, да харе меня... Твою ж мать, конченая ты бабочка.
Дайте... Охренеть, да сколько... Да, что-то наши шмотки не так уж и сильны для этой... ну там минимум, наверное, нужно какие-то просто нереальные шмотки. Ну, в принципе, ребята, мы уже себе можем сделать вот тот офигенный меч на 20 урона. И как я знаю, он вроде зачаренный даже на что-то будет. О, мы себе лук можем сделать, ребята. Давайте сделаем себе лук. А, у нас стрел не будет, твою же мать. Ну ладно, зато лук будет. Так. Так, отлично. Зато лук будет. Будем просто так стрелять без стрел. Да ты чё, на меня сагрился? Опять вот эта бабочка там. Вот реально, вот эти все... Ни хрена себе зомбарь, 160 жизней. И вроде не босс, да? Да харе меня бить. Вот опять там вот та бабочка. Да ты ж тварюга. Да харе лагать. Ну и где ты? Убили, отлично. Опять эта бабочка сюда летит, как я понял. О, там как вот тот динозавр. Вот это мирные, да? Ладно, все, живите. А вот это, зараза. Ладно, я пока что, ребят, даже не знаю, как мы убьем вот... Охренеть. Но вот этого мы никак не убьем. Да, твою мать, парк Южного периода. А, вот что я вспомнил, ребята. Я там же видел в воде одну штуку. Сейчас я туда пойду, если она еще там. Вот спаун, как бы, яиц, да, вот тех всех. Я действительно там видел. Я не знаю, пропал ли он или нет. Мы еще одну башку зомби выбили. А зачем они, я не знаю. Просто, наверное, для украшения, да? Да хорош, твою ж... Ух, как бы стрелы пригодились. Ладно, сейчас мы тебя заразу и так как-то убьем. Хоть будем каждый раз тебя бить и получать урон, но как-то убьем. И посмотрим, что из себя выпадет. Так, убьем. Давай, давай, еще два удара осталось. По идее, он нас не должен сейчас убить. Во! Отлично, ребята, убили этого босса наконец-то. Ну, немного с него. Вот эти наггеты золотые я не буду даже брать, нет смысла просто. Убили мы вот эту скотину. Вот. Там еще один, ну конечно, их тут, это же динозавровский. Вот эта бабочка, это капут вообще. Но она как бы реально сильный босс такой, ее убить не очень так и просто. И она сюда летит, зараза. Да ну эту бабочку никак мы не убьем, ребята. Вообще никак.
Она просто нереально сильна. И она всех атакует. Или вообще похрен. Криперов, не криперов, динозавров. Если был бы у нас лук, да, мы бы ее убили. Но это босс, как бы это реально сильный босс. И его убить не так уж и просто. А. Вот оно. Я говорил, что тут что-то есть. И вот еще что-то. И еще что-то, да? Отлично. Фух. Вот эта бабочка. Ну, мы ее не убьем 100%. И у нее, в принципе, и реген такой. Не слабенький, да. Вы мирные? Не знаю. Харе регач. Вот эти не мирные или мирные. Ух. Ребята, вот ту бабочку я не знаю. Но мы ее 100% не убьем, поэтому давайте просто-напросто отсюда выбираться. Где? Отлично. Только мы, в принципе, должны были заспавниться на нашем месте, где мы спали, а мы заспавнились, хрен его знает где опять. Ладно, секундочку. Идем и, наверное, сейчас залутаем вот этот... Да, хотя... Что это такое? Это какая-то башня, фиг его знает, что там такое. Сейчас мы попробуем. Вот там есть вот эта башня. Мы еще вроде такие башни даже ни разу не лутали, да? А ну вот эти коробки, что с них падает? О, реально золотые яблочки. Иди нафиг! Это эти пчелы. Так, коровушки, коровушки, коровушки. С вас еще еда падает, при том, да, можно сказать. И при том, что еще еда падает, еще и золотые яблочки, это отлично. Так, Иви, 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 я где-то Иви слышал. Где вот это Иви? Только у нас, в принципе, сейчас покеболов нету, ребята. А, нужно с собой покеболы всегда таскать. Реально, я что-то это как-то не подумал. Ну же, будем мы, ребята, все-таки таскать с собой покеболы, действительно будем. Так, вот эти коровушки реально офигенные. И дроп с них прикольный. Золотые яблоки, это реально офигенно. 10 золотых яблок. Куры. Наглые. Которые атакуют. Ну сколько у нас уже вот этих всех капут. Как бы нам бы реально сделать какую-то лучшую броньку. И можно бы уже ночью даже залутать, вот не залутать, а убить вот того скорпиона. Босса скорпионов, да, которые ночью я видел уже спавнились пару раз. Действительно, можно бы было потом его убить, но сейчас мы никак не можем. Нас обычные мобы, можно сказать, почти что убивают. Не знаю почему. Ну, не знаю. Ну... Как бы бронька не такая же слабая, ну как бы железная обычная, да, но суть в том, что... Отлично, давайте, может так быстренько обултаем, что даже не нужно будет. Вот так, отлично. Ладно, тут ничего такого нету. Или, ребята, мы в ад пойдем. Действительно, мы в ад, наверное, пойдем. Но это я потом заберу вот эти все. В обсидиан, потому что это, в принципе, сейчас его долго будет, да, вот это брать. Ну, как бы. Поэтому немного позже. И пойдем мы, наверное, в ад. Ну, какой-то такой данж, не очень. Нифига тут нету.
Я думал, может, что-то получше будет. А вот сейчас давайте попробуем вот эту. Но они же, по идее, должны летать, у них же есть крылья, да? Почему-то они хрен летают. А может кто-то есть еще тут? Ладно. Паучина, паучина, там же есть паучина. Давайте попробуем паучину. Воу, это что такое? Ага, Спайдермен. Вот, новый способ, ребята. И сейчас... Да чё ж за спаун-то такой? Да я же спал на этом, на своей кровати уже столько раз, что это капут. Или мне кажется, более всего, когда ты идешь в мир, в другой мир, да? Ну, как бы другое измерение, то когда ты возвращаешься, то ты заспаунишься и так, как бы вот тут, на самом спаун-пойнте. Хотя я там даже спаун-пойнт прописывал столько раз, что капут. Оно и так меня вот тут тпхает. Фиг пойми почему. Не представляю, ребята, честное слово, почему? Хотя мне более кажется, что я там просто запомню координаты, да, какие там, и каждый раз просто-напросто туда буду тпхаться. Да и все. На те координаты, да? О, гасли, гасли, гасли. Я бы так хотел гасли, но у нас нету. У нас нету вот той штуки. У нас нету покеболов. И у нас есть дома покеболы, но я их потом возьму, да, потому что, ну, сейчас у нас нету. Бам-бам-бам-бам-бам. Иди сюда, иди сюда, иди. Иди сюда, птичка. Я тебя трогать не буду. Я тебя мечами просто поглажу по хребту немного. И все. Птичка, иди сюда. Да иди сюда. Птичка, иди сюда. Да не буду я тебя бить, я шучу. Ладно, иди ты в попу. Какие там координаты, твою ж матушку? Фиг его знает, ребята, я не представляю. Ну, давайте попробуем туда добежать, может на пути что-то встретим. Может. Вульпикс. Тут можно Вульпикса словить. Ребята, я не установил новую версию Пиксельмона, я говорю, потому что... Просто я ее не установил, потому что она не совмещается с этой сборкой. Я не знаю почему, но... Просто крашит, критует и вот это все. Я, ребята, пытался... И там еще один. Босяра! Но эту босяру мы уже, по идее, должны просто-напросто... закрытыми глазами убить. Ну хотя у нас же железная бронь. А она чё? Он чё, пропал? Пропал, зараза. Не будем мы это брать. Нафига нам? Ну, в принципе, не нафига, но... Ладно. Не будем пока что брать, мне так кажется. А пойдем мы вот куда-то вот сюда. Наш дом, по идее, должен быть где-то там, как я помню. По идее, да. Точно не помню, но по идее где-то вот там. Опять эти куры дерущиеся. Вот, опять начало тормозить. Вот то, что действительно, когда каждый раз идешь в другое измерение и потом с него выходишь, да, то оно тебе тпшит на самый как бы спаун-карты, да, спаун-пойнт, который на самом начале. Даже если ты пропишешь спаун-пойнт, оно тебя и так тпшит там, где оно было. Я не знаю, почему это вот так. Фиг его знает.
Так. Сейчас мы что-то попробуем, ребята, приручить дивульку. Дивулечку, да. Так, тут еще возьмем вот это. И пойдем ну, приручим, да. Ну, приручим, не приручим, я не знаю, как это можно сказать, но по идее она за нами должна следовать или что-то такое. Куда ты убегаешь? О, girlfriend. Отлично, у нас уже есть девушка, ты за нами будешь следовать. Пошли. Во, отлично. Давай, побежали в мой дом. Я тебе там покажу, там у меня кроватка, что-то там супчик приготовишь какой-то. Пошли, пошли, пошли. Быстрее. Ну, по идее такая, ну, может быть, симпотная, да? Как вы считаете? Вот это нет, у нее курточка такая. Вот это прикольно, и прикольно одетая, да. Не будем даже одежку ей менять, мне кажется, нормально сойдет. Так, главное, чтобы она за нами следовала. Шапочка у нас прикольная, тентакул, да? Так. Так. Побежали, давай, побежали вместе. Не будешь ты с нами бегать, я так думаю, потому что нет смысла, просто будешь там уборкой дома заниматься, я так думаю. И будет отлично, в принципе. Зачем ты будешь за нами бегать? Согласись, да? Согласись. Главное, чтобы вот эти чертяки тут всякие на нас не напали, когда мы сейчас будем пробегать. Скелетоны и лаги, которые уже на нас напали. О, ты чё такая шустрая? Разделась, да ну, я не такой. Сразу так нет. Ну хотя, по идее можно, но... Беги, зараза, за нами зомбари. А, у меня даже и жрачки нету. Вы чё её трогаете? Охренеть, это... А, опять переоделась. Слушай, лучше бы ты не крутилась. Беги, беги, беги. Я ни хрена не вижу из-за этих лаг. Бежим, 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 бежим. Забегай, забегай, забегай. Быстренько. У нас дома скорпион, да? А, она защищает дом, реально. Ух, я тебя случайно бабахнул. Извиняюсь. Все, иди сюда. Фу, отлично, ты справилась. Это кто еще там валит? На тебе меч? Да, отлично. Живи, живи тут. Отлично. Будешь защищать наш дом. Так, все. Сиди тут и ничего не трогай. Хотя можешь трогать, можешь тут уборочку и еще что-то. Отлично, ребята. У нас уже девушка есть. Так, секундочку. Так, ребята. Отлично. Есть у нас уже девушка. Есть, есть, есть. Конечно, есть. Будешь ты пока что вот тут. Ничего, пока что не трогай, просто живи, регенерируй свои жизни, защищай наш дом. Так, сейчас, что я хотел. Ребята, хотелось сделать меч. Меч, меч, ми 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 меч. Так, где он? Вот он. И там, да, ну, в принципе, да, можно за мной ходить. Так, вот меч. Если он реально будет просто офигенно зачаренный, то это будет уже намного проще, я так думаю. Да кто там за окном-то трется? Главное, чтобы он сюда не тпхнулся. Убей его, убей, иди, иди. Так, как он делается? Вроде как-то вот, да, нет. Вот, да, чуть-чуть себе. Харе. По голове закрываем двери. Отличная тактика. Так. Ребята, 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 что я хотел? Меч. Меч, меч, меч. Охренеть. Шарпнес 5, смать 5, ба-ба-ба-банк, нокбэк, лутинг, анбрейкинг, файр, аспект, иди ты в жопу. С одного удара. Да ты ж, вот. А вот си... Меч, меч отдайте. Отдайте меч. Только не говорите, что кто-то мой меч сожег или еще что-то сделал.
Вот ты, Дивуля, вообще офигенно, и так помогаешь. Слушай, ты ее там... Опять мы тут заспавнились. Так, ребята. Отлично, отлично, отлично. В принципе, Дивуля нас реально защищает. И вот этот меч, это просто бомба. Ну, не то, что бомба, ну просто да ну нафиг. Он такой сильный, что это капут. Вот так. А тебе, Дивулька... Нет, не буду я тебе вот этот меч, ты еще его не заслужила. Пока что побегай вот с тем, да. Так, что мы сюда можем поставить? Вот так, вот так. Тут у нас просто куча всяких ресурсов. Вот, идем и реально вот это сейчас заспавним. У нас просто меч сейчас реально офигенный. И мы, в принципе, сейчас посмотрим, насколько он офигенный. Если тут, конечно, что-то путевое такое заспавнится, у нас же... Да. Отлично, так. Дивуля, давай, защищай. Хотя я тебя же должен защищать. Ну, помогай точнее, а не защищать. Спаун би. Я думал, этот чип... Охренеть. Ну, как бы немного ресурсов, да, с каждого моба выпадает что-то свое, да. Ну, не буду я все выбирать, собирать. А, ты когда в воду прыгаешь, ты переодеваешься, да? Как я понял. Да твою же мать. Это... Охренеть звуки, когда тебя... Когда... А, это в кого мы... А, это мы... А на ней можно летать? Почему не на ком... Никто не хочет летать. А ну, один удар убиваем крипера. Она еще и стреляет, офигеть. Ну иди ты теперь сюда. Валим, Дивуля, валим. Валим отсюда. В принципе, ребята, я так думаю, на этом уже можно закончить эту серию. Хотя... Да, можно все-таки на этом закончить эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Меч видны, зараза, кто стырил мой меч? Твою ж... Ладно.